Мелания Трамп встала на защиту мужа. Супруга президента США обвинила демократов и СМИ в дискредитации Дональда Трампа перед выборами в Конгресс. Первая леди США Мелания Трамп призвала американцев поддержать президента Дональда Трампа на выборах и доказать таким образом, что демократы и СМИ ошибаются, дискредитируя ее мужа. Об этом в субботу, 3 ноября, сообщает телеканал NBC News. Демократы и оппозиционные СМИ делают все, что они могут, чтобы дискредитировать Дональда сложными обвинениями, распространяя фейковые новости и создавая видимость того, что у него нет поддержки американских избирателей, указала Мелания Трамп в письме, которое было отправлено Национальным комитетом Республиканской партии США. «Это битва, которую мы должны выиграть вместе. Я прошу вас и других американцев по всей стране лично выразить вашу поддержку и помочь доказать, что демократы и СМИ ошибаются», подчеркнула супруга американского лидера. Напомним, выборы в Конгресс США пройдут 6 ноября. По их результатам будет полностью переизбрана Палата представителей, 435 членов, и около трети Сената, 35 из 100 членов. Ранее сообщалось, что Twitter удалил 10 тысяч учетных записей пользователей, с помощью которых публиковались призывы не голосовать на выборах в Конгресс США. Трамп назвал выдумкой любой текст СМИ со ссылкой на анонимные источники. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.